Виадук на Молоково оказался бесхозным. Собственник компании «Алпи», которая когда-то его построила, признана банкротом, а нынешний владелец здания брать на свой баланс надземный переход отказался. Таким образом, уже несколько лет за ним никто не следит. Тем временем перейти здесь дорогу сейчас практически невозможно. Лестница занесло снегом, и теперь они больше похожи на горки. Не говоря уже о том, что постепенно конструкция изнашивается, ремонтировать ее некому. Депутаты городского совета обратились в мэрию с просьбой взять виадук на баланс города. Также они направили письмо в прокуратуру с просьбой выявить собственника, поскольку без соответствующего судебного акта передать этот переход муниципалитету невозможно. Кроме того, депутаты обратились в департамент городского хозяйства с просьбой следить за виадуком, пока будет решаться вопрос о его передаче. Ситуация может разрешиться не раньше, чем к марту. Серьезная конструкция металлическая, за которым необходимо следить. Если ей не заниматься, если ей как бы не заниматься каждый день, каждый месяц, то в какой-то момент она может просто рухнуть. Мы получим очередную трагедию в центре нашего города. Это ситуация недопустимая. Поэтому необходимо срочно брать ее на баланс города Красноярска, чтобы город этой проблемой занимался.